Песня торжествующей любви в эти минуты звучит в зале органной и камерной музыки. Так мастер художественного слова Елена Чередова назвала программу, посвященную 195-летию со дня рождения Тургенева. Кстати, эта дата всего лишь повод. Программу вместе с мужем придумали 12 лет назад. Свою профессию Елена Чередова считает уникальной. Далеко не в каждой филармонии есть мастер художественного слова. В чтецких программах мизансценой является даже движение глаз. То есть у нас нет, как в театре, мизансцена пошел туда, пробежал сюда, другой артист, там третий вышел оттуда. Нет, действительно, я одна, по сути дела, вот ко мне приковано внимание публики в течение часа 20 минут.